Минобороны Украины за год увеличило количество военнослужащих, поступивших на службу в армию по контракту, на 2000 человек, до 107 тысяч, сообщил в пятницу министр обороны Степан Полторак. Минобороны Украины возобновил в текущем году срочную службу в армии и планирует увеличить численность вооруженных сил до 250 тысяч человек, власти не исключают проведение новых волн частичной мобилизации. Президент поставил нам задачу по увеличению контрактников. Только в этом году количество военнослужащих контрактников в вооруженных силах увеличилось на 2000 и на сегодня составляет 107 тысяч военнослужащих, и эти показатели будут увеличиваться, сказал Полторак на заседании правительства, на котором члены Кабмина отчитываются за проделанную работу.